В давние времена идолопоклонниками были предки наши, но затем приблизил нас Всевышний, чтобы мы могли служить Ему, как сказано, и служил Йошуа всему народу, так говорит Господь Бог Израиля. По ту сторону реки жили отцы ваши издревле, Терах, отец Авраама и отец Нахора, и служили идолам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и умножил потомство его, и дал ему Ицхака, и дал я Ицхаку Якова и Исава, и Исаву дал я гору Сеир, чтобы он унаследовал ее, а Яков и его дети спустились в Египет. Благословен Всевышний, ибо установил он конец рабству, чтобы исполнить то, что обещал он Аврааму при заключении с ним союза. Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле чужой, и поработят их, и будут притеснять их 400 лет, но и над народом, который поработит их, произведу я суд. И после этого потомки твои выйдут с большим достоянием. Vehi she amda la avoteinu velanu shelo echad bilvad amad aleinu lechaloteinu shelo echad bilvad amad aleinu lechaloteinu ela shebechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu ela shebechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu vehakadosh baruch hu matzileinu miyadav vehakadosh baruch hu matzileinu miyadav. Tse ulmad ma bikesh Lavan ha'arami לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא לזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. Пойди изучи, что хотел Лаван арамеянин сделать отцу нашему Якову. Ведь даже фараон издал указ топить в Ниле только о мальчиках. Лаван же хотел уничтожить все в корне, как сказано, и арамеянин Лаван хотел уничтожить отца моего Якова. Но тот спустился в Египет и проживал там с ним многочисленным семейством, и стал там народом большим, сильным и многочисленным. Пасхальная Агада рассказывает о еврейской истории, начиная от исхода из Египта. Мы рекомендуем всем, кто проводит седер в общественном месте, в синагоге или дома у себя, добавить к традиционным пасхальным историям рассказ о еврейской истории в вашем городе, в вашем месте, в вашей общине, в вашей семье. И это сделает пасхальную историю, должно ее сделать таковой настоящей, потому что именно мы сегодня выходим из Египта. Мы сейчас достигли очень сложного момента в нашем вечере, в нашем празднике. Мы говорим о 10 казнях, которые послал Господь на египтян. Мы должны радоваться этим казням. В результате мы оказались на свободе. Радоваться несчастью даже врага — это проблема. Имеет смысл подумать об этом. Наши предки об этом думали. Вино – это символ счастья, это символ радости. Но сейчас это вино солнечное, яркое, красное мы отливаем в память о страданиях творений Божьих, людей человеческих, сынов Божьих, которые страдали по воле Господа, и мы соболезнуем им и сожалеем об этом.